И всем привет, вы на канале Ведро Ид Гейминг, меня зовут Александр, и сегодня у нас топовые корабли Modern Warships и обзор июньского Battle Pass'а, и спойлер — это что-то с чем-то, господа. Как покупать и что где качать, можете посмотреть в предыдущем видосе, имеются очень удобные изменения. Итак, поехали! Шестой левел, платная часть, новый уникальный камуфляж Мираж, который вам не будет давать никаких бонусов, кроме уникального внешнего вида. И я двумя руками за такой донат, то есть кастомизация, визуал, камуфляжики, флаги, скины, аватарки, спецэффекты, титулы, только так, за этим будущее. Далее, 12 левел, торпеда U7, прямиком из магазина, для любителей поспамить, но я, если честно, люблю что-нибудь потяжелее, ну а так это круче, чем стандартные торпеды, 100%. 18 левел, ракетные автопухи, стреляющие по авиации, отлично сбивают самолеты и даже медленные ракеты, а вот урон против кораблей довольно скромный. Если нужно усилить ПВО, то must have, по-другому на рынок. 23 левел, еще один уникальный комок, но уже бесплатный, зебра, почувствуй себя разработчиком, ага. Следом идет J-20, китайский голдовый истребитель, ну или просто пачка голды. 30 левел, еще одна автопушка Марлин, тут уже не только с уроном все в порядке, но и дальность запредельная, но есть, конечно, вещи подомажней. Желтый гипноз на 36 левеле, больше психодела, богу психодела, с еще одним уникальным комком, но вы все знаете, какой комок нам нужен больше всех других. Это, конечно же, радужный, который показывали еще в 21 году в виде шутки, но, блин, радужный донской, пенетрирующий всех радужными физиками и гранитами. Что может быть лучше? Разве что бесплатный лимитный рейлган. Да, он уже был, да, несколько раз, но он у меня еще не на всех кораблях стоит, так что это мы забираем. И финальный приз, новый эсминец Скайлин с тремя ракетами и тремя пухами. Подробнее на него посмотрим уже в следующий раз, так что не пропустите. Ну а теперь випулечка. Встречает нас комок, причем необычный, а сразу два в одном и переходы в виде выгорания. Выглядит очень неплохо, мне по-настоящему нравится. Далее вертолет Фуджин, японщина, тут все этим сказано. Очень необычный внешний вид и шикарные характеристики. Жирок есть, скорость тоже на месте, вооружение просто космическое. Ракетосы с лазерным наведением, ловушки нам не страшны, обычные ракеты и две турели. Да, Карл 2, обычная пушка и рейлган, причем башенные, то есть крутятся как на осприке, а пушка еще и по авиации неплохо лупит. Дамаг в сумме получается сносный, а с учетом того, что два слота с бесконечными снарядами, то еще и долгоиграющий. Короче, на рынке штука будет дорогая, это точно. Далее, штурмовики F-90 очень маневренные, очень быстрые, но не очень прочные, благо вооружение дальнобойное, так что я думаю, ХП это не проблема. Набор вооружения шикарный, мой любимый, ракеты и пушка, причем ракеты для заспама и развода на ловушке еще и разделены, так что тратишь, можно сказать, на ловухи только половину слота. И урон в сумме 125-130 тысяч, довольно мощно. Штурмовики по геймплею очень сильно похожи на Жо-25, приблизительно то же самое, только еще быстрее и еще смертоносней. Так что я думаю, кто-то скоро пододвинется на своем пьедестале топ штурмовиков Т-3, цена, скорее всего, на рынке будет соответствующая. И остался последний, но не менее важный гость, американский бомбер B-52H. И это, ребятки, просто финалочка. Очень важная птичка, вальяжная, не спеша передвигается по карте, скорость минимальная, зато жирок почти 30 тысяч. Его попробую еще сбей, такая дурь до своей цели дойдет 100%. Че по слотам? Ракеты и бомбы. С ракет выносит 110 тысяч, мне в принципе этого уже достаточно, но у нас есть еще ковровая бомбардировка и ядерная бомба. Это еще 135 тысяч урона. Просто жесть. И что по итогу? На мой взгляд, это самая шикарная БПХ, которая выходила за все время. И тут я первый раз скажу, ребятки, это must have. Берите, а лучше две, а то потом сами локти кусать будете.
Авиация шикарная, комочки классные, на кораблик посмотрим в следующий раз. Пишите, как вам БПХ, а я пошел ее проходить, а то второй раз не успею. Хэштеги тоже не забудьте, всем спасибо за просмотр, всем пока, играйте в крутые игры, скоро продолжим. Пока.